Ограничение движения транспорта и пешеходов, проверка документов, досмотр личных вещей и автомобилей. Такие меры ждут жителей Суворовского района и поселка Усатого. С 20 по 23 апреля СБУ проведет антитеррористические учения. Спецназовцы будут искать диверсионно-террористические группы и противодействовать им. Служба безопасности Украины просит жителей районов, где будут проходить обучение, с пониманием отнестись к временным неудобствам и реагировать на законные требования силовиков должным образом. Между тем, 16 апреля антитеррористические учения проводили в Одессе Южное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины. На оживленных перекрестках в городе можно было увидеть бронемашины НГУ с пулеметчиками. Представители Нацгвардии также попросили горожан с пониманием отнестись к вооруженным людям на улицах.